За один день на вершину популярности группа музыкантов «Злачное место» стала известна всей стране после публикации на YouTube их ролика. На кадрах они выступают перед прохожими на улице. Артисты играют на классических музыкальных инструментах, к ним подходит девушка. Позже выяснилась ведущая местного телеканала Диляра Умарова и заказывает песню «Такого, как Путин». Оказалось, что Диляра просто пряталась от дождя рядом с артистами и наслаждалась их музыкой. Она заметила, что некоторые зрители двигаются в такт мелодии. Спеть на улице телеведущая решила, чтобы подтолкнуть прохожих танцевать под живую музыку. Выбрала песню о президенте, по ее словам, потому что хорошо знала текст. Музыканты и Диляра виртуозно исполнили хит начала нулевых. К концу песни их слушали уже десятки людей, многие снимали перформанс на камеру, а последние аккорды публика встретила настоящими овациями. Такого, как Путин, полного сил, такого, как Путин, чтобы не пил, такого, как Путин, чтоб не обижал, такого, как Путин, чтоб не убежал. Так ли однозначен секрет успеха? Артисты рассказали, как же им удалось создать хит на YouTube. Оказывается, их выступление с телеведущей не импровизация чистой воды. Полтора года назад они вместе исполняли уже песню по заказу. Теперь после неожиданного успеха музыканты готовы принять в команду вокалистку. В будущем намерены исполнять уже не политические, а патриотические песни. В любом случае, тема глав государств в музыке им явно близка. Мы пели уже песню, мы играли песню про одного из руководителей нашей страны, одного из очень большого руководителя нашей страны. Мы играли песню про Ивана Васильевича, который как раз-таки меняет профессию.